Да чтоб еще раз я зашел на Twitch, да пошли все нахуй, нахуй. Алоха, ребятки, с вами Макс, и мой член вырос на пару сантиметров, эй, блять, к чему это? Походу, говорить хуйни не в тему, это мой конек. Ну да ладненько, я хотел поговорить о горячо любимом Твиче, а точнее, как я его называю, куриный Твич. А все по одной причине, я его так называю, что эта платформа медленно, но верно, на мой взгляд, превращается в курятник. Так как его заполняют девственные пёзды с такими большими, красивыми глазами. Да, глазами. Блять, как тут на глаза-то смотреть можно? И все же сейчас на дворе 2016 год, и все люди меня, И все же на дворе 2016 год, и все люди, включая меня, ценят людей по внешнему виду, и также, мне кажется, в интернете и на самом Твиче. Из-за чего можно сделать вывод, что внешность сейчас актуально играет большую роль, если ты, допустим, ютубер или же стример. Но есть некий лайфхак. Лайфхак для стримеров и ютуберов. Если вы имеете неплохую внешность и нормальное тело, то вам ничего не нужно. Вы можете смело начинать снимать видосики и не волноваться насчет аудитории. А если вы еще тяночка с бидонами, то людей набежит как на горячие пирожки от бабушки. Отбоя не будет, и вы станете популярны. А если у вас этого нету, то соси член. Сейчас уж сказать-то могу. Ну, сука, почему именно так? Знаешь, я сижу, потею, делаю видосики, а тут, блядь, на тебе, сосни хуйца, какая-то влагинальная... А тут какая-то вагинальная отрыжка с титьками делает стрим, в котором фигурирует не сама игра, а вот это. Сука, как же это прекрасно-то, а? И получается, вся аудитория залипает на рандомную тяночку с сиськами на Твиче, а ты вынужден сосать палец, делая стрим или делая видосик, и ожидая какого-то просмотра или лайка на свой видосик. Люблю тавтологию, мое второе я. Некоторые стримерши за донат 20-23 тысячи рублей могут показать свои прелести и потрясти булочками на камеру. Блять, как же это низко, по-моему. Вот. В общем, скоро наш Твич, на мой взгляд, превратится в порно-твич, где будут трясти арбузиками и сосать леденцы. А с вами был Макс, если ты лайкнешь видосик и напишешь коммент, то утром к тебе придет тян с размером четвертой груди. Что? Кек? С четвертым размером груди. Дело за тобой, удачи и лови пятюня, братюня.